Я вошел вовнутрь с улицы, там было очень неуютно. Я постепенно начал вылавливать рыб, одну крупнее другую, пытаясь выйти на источник наркотика. Алекс и Биби были моей единственной связью с АБН, единственные люди, которые знали, чем я занимаюсь. Это Биби. Джек Люпина попал в жуткую передрягу, ты должен немедленно встретиться с Алексом у станции Роско. Я не встречался с Алексом с тех пор, как стал тайным агентом. На улице был сущий ад. Едкие колючки снега впивались мне в кожу. Было холодно, как на Северном полюсе. Казалось, что небо собралось упасть на землю. Все искали убежище, как будто завтра никогда не наступит. Мне не полегчало, даже когда я спустился в метро. Внезапно меня посетило странное чувство. Кто-то в чем-то был неправ. Моя беретта готовилась. Следующая станция. Станция Роско-стрит и Алекс. Там оборвали. Станция была во мраке. Алекс как привидение. Его не было видно. Надо было искать. На улице Роско в воздухе пахло смертью. Надо было срочно искать Алекса. The pills would ease the pain. Поручено этим заняться. Он и Микки слишком были заняты. Эй, ребята, ребята, хватит. Панель безопасности. Нужен был верный код. Подожди, а не твой ствол? Поцелуй на...
спас меня. Что тут такое? Резня. Неизвестные парни возникли из ниоткуда. Надо позвать на помощь. Я могу позвонить из рубки, это выше этажом. Ты можешь отвезти меня? Да, может быть. Иди за мной. Так, сохраняемся. Сохраняться же. Эй, куда? Рубка вверх по лестнице. Говорю же. Щелкнуть банк, Роско. Честно, я бы не отважился идти в рубку без вас, вашей пушки. На месте, вот сюда. Смотри! Поезд зажегся, как елка. Ток снова пошел.
Забыли. Куда идти? Может, на поезде ехать? Да. Ничего, будь таким недотрогой.